села я чуть-чуть отдохнуть под фикусом. Вот под таким вот. Ой, какой хороший. Он у нас большой, развесистый тут. Под ним сидишь летом, вообще как в беседке. Очень хороший. Ну, тут вот я вам уже как рассказывала, у нас школа прям напротив. Ну, я чуть не дошла до дома, села отдохнуть. Тут птички гуляют. Птички. Птички, но их не видать. Сейчас, может, зайдем там вот немножко на край леса, на край оврага. Что-нибудь интересное снимем. А так у нас ничего интересного. Погода очень хорошая стоит. Просто невообразимая погода стоит. Так, что еще? Ну, купаться, конечно, я не купаюсь, потому что здоровье свое берегу. Потом не находишься по врачам. Ну, в принципе, вот дождей нету, ничего нету. Все прекрасно у нас сегодня. Там немножко уже начала весенние тренировки, слегка подтренировываться, потому что когда я в России была, там очень много, друзья, всяких соблазнов, понимаете, гости, после них другие гости, после них там в ресторан пойдем, потом пойдем в японскую, потом пойдем в китайскую, потом пойдем куда мы только не пойдем. И везде нужно желудок набивать. Вы что думаете, это просто так? Это тоже отражается. Вот сейчас я уже немножко разгружаюсь. Я вам сейчас покажу, как я готовлюсь к Пуриму. Скоро у нас Пурим. Это народный праздник. Ну, типа масленицы, как у вас, например, масленица, так у нас Пурим. Так что, друзья мои, не скучайте. Сейчас мы зайдем вон туда, на край леса. Если будет возможность, я вам покажу что-нибудь хорошее. Вот, друзья мои, гляньте, какой у нас урожай ашваганды. Обалдеть можно. Бери, не хочу. Ешь, набивай себе кишки, посмотрите. Ну, там еще некоторые у нас есть растения, но от них пользы никакой. От ашваганды пользы много. Вот видите, если вот так вот расковырять ее немножко. Вот такие красненькие. Ну, это, по-моему, я не знаю, что это за семейство, но похоже на помидорки такие маленькие. Сейчас мы вот одну возьмем, я вам покажу. Я вам покажу вот такая вот небольшая. Маленькая, меньше ногтя в два раза. Вот так вот, если ее раздавить, эту ягодку, там внутри вот такое вот содержимое, мелкие такие косточки. Поэтому когда вот сажать, лучше вот эту вот ягодку целиком прям раз, ну, сушеную, естественно, но можно ее на две части разделить, потому что вот такие вот мелкие семена, бог и знает, как с ними. Ну, раньше как-то тоже обращались наши бабки, сеяли морковку там, прочее, это тоже очень мелкие были семена. Вот ашваганда показываю для тех, кто еще не видел. А многие, конечно, видели. Многие будут выступать, что мы и так все видели. Но все равно вот так вот в натуре посмотреть, друзья, неплохо. Поковыряться в этом всем. Видите, вот так вот, если их обшелушить. А вот эти вот птички, которые ходят по дорогам, это так называемые индийские скворцы. Или майна по-нашему, да?
Они все подряд, и вот эти вот ягодки они очень уважают. Они прям вот так вот выскребают, выскребают их и прекрасно запихивают в себя. Друзья, кроме ашваганды, вот такие вот очень много ромашишки желтые. И даже они мелкие бывают, бывают крупные. Сейчас я вот сюда вот залезу. Здесь у нас кабаны ходят. Но я чуть-чуть приблизю. Вот так вот на солнышке. Сейчас где-то 3 часа дня. Но я, как обычно, мне дома не сидится. Вот такие желтенькие ромашечки. Они прям как желток. Утиный. Скоро их будет много, они вырастают огромные, человеческий рост. Ну, сейчас они еще маленькие. Вот, видите, какие. Я их не особо люблю, но есть любители. У них, кстати, запах такой, ну, аромат исходит на всю деревню, можно сказать. Неплохой. Вот травка. Всякая муравка. Мои лапти, я сегодня бегала. Так что, друзья, не обессудьте. А вот еще маленький там цветочек такой. Ну, скоро мы в лес пойдем. Я вот никогда леса не доеду. Может, завтра? Все, мне лень, друзья, лень. Я как-то была в лесу, но я не снимала. Так кое-что, какие-то грибочки и все такое прочее. Так что до видзеня, друзья. Услышимся на нашем канале. Бай-бай!